Привет, друзья! Играем в зомби-цунами. И у нас такой вот есть зомбарёк. Маленькая девчонка. Давай, собирай все монетки. Не успели. Но ничего страшного. Будем тогда, ребят, проходить тремя зомбариками. Ох, пропустили монетку. Кстати, там можно улучшение купить. Сейчас я посмотрю, сколько у меня монет. Попробуем открыть, чтобы мы начинали с двумя зомби. Если так получится. О, давай. Пропускаем, все равно пару монет пропустили. Ладно. Посмотрим, докуда мы сможем дойти, добежать. О, кто это у нас? А, ниндзя. Так, давай. Плохо, что они эти машинки своими сюрикенами не ломают. Так, эти мы соберем, эти бы легко собрать. Хорошо, что здесь есть такие монеты, которые легко собрать. О, закончилось. Надо, может, как-нибудь птичку эту можно прокачать, я не знаю, сейчас посмотрим. Да, обязательно кто-нибудь стукнется. А бомбочку или там... А вертолетик или машинку. О, как. Ребята. Так, ладно. А сколько мы? 11 зомбарей всего лишь съели. Так, вот, 12. Так, 12 зомбариков. Кстати, надо максимально много их кушать. Ох, пропустили мы этого. На парашюте, чувака. На 14 мозгов. Будем тогда, получается, мы делать рекорды на сиденье вот этих всех челдобреков. Ох ты, 18 он. 18 мозгов у нас уже. Так, одного пропустили. А мы что, там человек упал? Я не понял. О, баллон. Так, одного мы не успели съесть. Ну, баллон такой он. Интересная способность, конечно. О, давай, сейчас съедим. Трех съели. Так, теперь у нас 22 мозга мы съели с вами, ребятушки. 22 челдобрека и упали все. Ой. Так, ну я, наверное, тут будут у нас уже, да, лотерейные билетики. А, ну что ж, давайте посмотрим. Так, 100 монет выиграли. И еще монет, так, двойные монетки мы с вами, ребятушки, выиграли. Так, давайте зайдем в магазин. Посмотрим, что мы здесь можем купить. Так, монетная машина 500 стоит. Так, это здесь, в принципе, это разовая, да, штука? Да, наверное, это разовая штучка. Конечно, к сожалению. Так, смотрим, ребята, на улучшение. Можем зомби купить одного. Так, 500 рублей стоит. Давайте купим. Так, и видишь, здесь мы не можем полностью все купить, потому что у нас, ребята, все заблокировано. Заблокировано, потому что нам нужно покупать эти эликсиры. Так, аптечка. О! Это что такое? Купить 30 кристаллов. Так, у нас 18 только кристаллов. Так, мы не можем ничего купить, к сожалению. А как эти кристаллы зарабатывать? Так, ладно. Так, здесь тоже мы тут все максимально что купили. Ну, получается, тут ничего не сделаешь. Можно пропустить задачу, выиграть один приз в лотерейном билете, чтобы пропустить. Ох ты, ё-моё. Так, а какие задачи у нас? Выиграйте в одном лотерейном билете. Так, это мы, в принципе, сделали. Встряхивайте устройство, уничтожьте 10 объектов с помощью ниндзя. Ладно. Будем ждать ниндзи. Так, а у нас, ребятушки, получилось так, что я купил... Ого, что за монеты такие двойные? Офигеть, двойные монеты. Мы же выиграли, да, тогда? Ладно. Здесь надо максимально нам подольше играть, чтобы двойные монеты эти собрать. Нифига, какие огромные монеты. Круто. Очень даже хорошо. Так, берем
Сели. Так, машина будет. Ой-ой-ой. Ох ты, какие монеты крупные. Так, не хватает у нас два буквально зомбика. Так, тут тоже одного зомбика не хватило. Ух ты, кто это у нас? Гигант. Все, идем гигантом. Уничтожаем тут все. Так, бомбочку взорвали. Так, елки-палки. Так, монеты, спасибо. Все, все монеты забрали. О, он и эти уничтожает, нифига себе. Так, все, заканчивается у нас. Гигант закончился. Так, давайте возьмем автобус. О, нет, пожалуйста. Ай-я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 й. Ладно. Так, забираем. Так, мне нужно зомби. Ух ты, что мы открыли? Что мы открыли? Давайте посмотрим. Просто деньги. О, вы разблокировали новую версию еще. Спасибо. Так, не ешьте первых двух прохожих. Так, хорошо. Ага, еще и ниндзя нужно уничтожать. Взять ниндзя и не есть первых двух прохожих. Хорошо, ребятушки. Так, первых двух прохожих мы не едим. Это считается прохожий или нет? Наверное, нет. В машине он сидит. Как же ж мне поступить так? Ой-ой-ой, не ешь. Так, первый есть. И второй прохожий. Сейчас мы второго прохожего найдем. Ой-ой, он у вас ел, да ё-моё. Так, ну не получилось его не съесть. Ладно. Сейчас, а если мы сейчас все упадем? И попробуем еще раз. Не есть двух прохожих первых. Сейчас получится, нет. Сейчас, если мы не будем есть первых двух прохожих. Сейчас одного прохожего не съедим. Посмотрим, дадут ли нам ребята или нет монетку. Опа, они съели. Так, первых двух прохожих. И сейчас второго нужно не есть. Вот этого. Опа, не едим. Есть. Получилось, мы выполнили задание. А теперь мне нужно, ребята, уже есть их. И нам нужно еще зомби. Зомбачков. Ниндзя мне нужно. Мне нужно ниндзя. Уничтожить парочку каких-нибудь препятствий. Так, монетки сейчас эти все собрали. И, ах, не получилось. Я думаю, монетку не взяли. Ладно. О, толпа людей. 7 теперь у нас. 7 зомбаков. Так, ниндзя, пожалуйста, ниндзя. Есть, ниндзя. Теперь нужно нам уничтожать. Что-нибудь да уничтожим сейчас. Давай, ниндзечки, пожалуйста. А, они эти не уничтожают, просто ломаются. Так, а где бомбочки? Мне нужно бомбочки. Есть. Ах, не успели мы. Да что ж такое-то? Как назло, бомбочек никогда и нет, когда они нужны. Ладно, попробуем, может быть, еще откроем какой-нибудь бонус. Выпадут нам ниндзи. Ох, такие вот машины я не люблю. Так, 7 зомбариков. Бежим. Так, монетки собираем. Так, ладно, пропустим автобус, ничего страшного. Давай, ниндзя, еще, а нет. Инопланетяне. Инопланетяне тоже классные. Мне нравятся. Они нам добавляют всегда по одному зомбарю. Вот одного мы съели, допустим, да? И он нам еще одного дает. Ой-ой-ой, главное там не врезаться нам. О! Все. Бонус закончился, и у нас что-то ускорение прям пошло мощное. Все, бежим. А, это летчик. Так, монетки есть. Так, один что-то провалился у нас.
Зомбарёк. Ой. Ух ты, толпа, толпа. Нифига, 33. 33 мозга мы съели. Так, давайте ниндзя. Нет, не ниндзя. Но эти тоже прикольные. Но нам ниндзя нужны. Так, этим мы все можем уничтожать. Все эти бомбочки нам не страшны. Так, все, птичка начала прыгать. Ой, нет! Провалились мы. Ну да ладно. Так, не ешьте первых прохожих. Мы выполнили. Соберите 6 частей с помощью перфектов. Один перфект приносит 3 части. Совет, это проще сделать с помощью зомби-птицы банкира. 6 частей перфектов. Офигеть. Ладно. Хорошо. Так, что у нас тут не хватило, да? 37 очков. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк обязательно этому видео. Подписывайтесь, если ты еще не подписан, обязательно. И, конечно же, передавай привет и пиши привет. И я тебе передам привет в следующем видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.